Последние годы, благодаря тотальной компьютеризации, прогностика является одним из приоритетных направлений в астрологии. Она помогает не только предсказывать основные события в жизни человека, но и помогает и делать его жизнь менее травматичной. Я профессиональный практикующий астролог, психолог и преподаватель многих курсов. В этот раз я, Даша Егошина, приглашаю вас на базовый, мощный курс прогностика, который пройдет в школе 11 дом Катерины Дятловой. Курс построен на сочетание классических и современных приемов обучения. Классика дает понимание, что осваивать материал необходимо от простого к сложному, постоянно закрепляя выученный материал. А современные приемы делают курс более близким к восприятию, потому что мы делаем тесты и практикуемся на своих картах. Никаких скачков и перепадов. Нельзя учить ребята высшую математику, не зная арифметики. Обучение прогностике, естественно, предполагает автоматическое закрепление основ натальной астрологии, что позволяет всем, кто даже не уверен в своей астробазе, спокойно идти на курс, потому что многое я буду рассказывать. Приглашаю и тех астрологов, которые уже когда-то где-то учились, которые чувствуют бреши в своих знаниях. Не переживайте, мы все повторим, закрепим и закроем. Курс длительный и предполагает 35 занятий теории и 35 занятий практики. Вы ознакомитесь с цикличными методами в астрологии, вы овладеете основными принципами прогнозирования, научитесь работать в каждом отдельном методе прогноза и научитесь их грамотно комбинировать. Узнаете тонкости каждого метода прогностики. Это 100% полезные концентрированные знания. На занятии вы будете использовать структурные, доступные презентации, такие, как я всегда даю. Будете изучать работающие алгоритмы, разбирать интересные примеры из практики, разбирать свои карты, получать ответы на все ваши вопросы. В зоне нашего изучения будут разные прогностические направления. Это, конечно же, и транзиты, это, конечно, и прогрессии, и дирекции, соляры, лунары, малые парады. Очень интересно все. Я думаю, вы будете довольны. Ну а те, кто дойдет до самого финиша, познакомятся и с моим интересным авторским методом, неточными методами прогнозирования, которые очень пригодятся в рассмотрении карт. Ну и, конечно же, после курса вы сможете легко пользоваться всеми методами прогностики, грамотно их сочетая. Вы сможете планировать будущее своих клиентов, предвосхищать возможные их проблемы, управлять природным потенциалом, который есть у каждого человека, который подбрасывает ему судьба, и за это вам клиенты будут благодарны, давать более практичные рекомендации и повысить сможете свой чек за услуги. Я рада пригласить вас в новый мир астрологии, в котором у вас будет больше понимания, порядка, а значит спокойствия, потому что ваши действия все будут успешны. Более подробно о курсе вы можете прочитать в школе Катерины Дятловой, 11 дом. С любовью, астролог Даша Егошина.